сейчас мне хочется поздравить с прошедшим днем рождения человека, с которым мы знакомы уже 30 лет, так долго не живут. Елену, все знаете его, ее под псевдонимом Капитай. Открою вам секрет, фамилия у нее Капитюк. Она сегодня, к сожалению, работает, у нее банкет. Да, кроме того, что она певица, автор-исполнитель своих песен, ее песня легендарная «Береза белая», она вообще стала народной в интернете, все даже не титруют ее. Пишут, когда мы ей пишем претензии, они пишут, а что, разве она не народная? Мы пишем, нет, у нее есть авторы вообще-то. Лена автор музыки, поищите в интернете, вы можете найти. Песня очень красивая и действительно очень похожа, что народная. Ну что, Ленка, ты потом это пересмотришь, видео, конечно. В общем, с днем рождения! Лена сама выбрала эту песню. Прозвучит она впервые в моем исполнении. Я ее слышал, конечно, но никогда не исполнял. Любимец Ленкин Юра Шатунов, она его всю жизнь обожала. Один раз мы с ней видели его живьем на передаче «Большая стирка» у Малахова давным-давно. Ее мечта сбылась, она увидела его живьем. В общем, что, подруга, с днем рождения, эта песня для тебя. Своим